Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Тимофей Обухов. И я рад сегодня приветствовать у нас в гостях протоиерея Иоанна Волощука, настоятеля храма святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского в Джексонвилле, Флорида. Батюшка, здравствуйте и благословите наших телезрителей. Здравствуйте! Бог да благословит всех своей благодатью и человеколюбием. Спасибо, Господи, отец Иоанн. Дорогие друзья, сегодня мы не будем принимать ваши телефонные звонки, особо обращая на это внимание. Дело в том, что у нас достаточно много вопросов к отцу Иоанну и не так много времени для того, чтобы батюшка смог на них ответить. Отец Иоанн, ну вот хотелось бы начать наш разговор с того, что вы все-таки служите в Америке. Как получилось, что сегодня вот находитесь в студии здесь, в Екатеринбурге, на Урале? Приездка в город Екатеринбург, в Екатеринбургскую епархию, связана с событием принесения ковчега с мощами святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца и организацией выставки, посвященной жизни святителя Иоанна и, собственно, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Я принимал участие в подготовке выставки, в привезении экспонатов, писем, личных вещей святителя Иоанна. И, собственно, это и есть причина того, что я приехал сюда в это время. Пашка, ну вы ведь не первый раз уже в России, насколько я знаю. Я в Екатеринбургской епархии в этом году в третий раз уже, слава Богу. Я очень сдружился с многими батюшками, с которыми мы ведем переписку, общаемся духовно, помогаем друг другу в разных вопросах. И, конечно, первым шагом к сближению с Екатеринбургской епархией это был хор архиерейский, хор детский, а кто их, с которым и встретились случайно полтора года назад в Италии, в городе Бари, на божественной литургии у святителя Николая Мирликийских Чудотворцев. С этого благословения святительского, святителя Николая, у нас завязалась тесная дружба с детьми, которые интересовались молодежью за рубежом, в частности в Америке. И мне было приятно найти возможность оказать помощь детям, чтобы их немножко проинформировать о жизни за рубежом, молодежи, православной молодежи. И по благословению также митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла нас Господь сподобил совершить поездку детской архиерейской капеллы для освящения храма нашего в честь святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Чудотворца в городе Джексонвилл, штат Флорида, в прошлом году, 21 ноября, День памяти архистратига Божия Михаила. Вот с этого как бы времени, момента мы сблизились больше духовно и ну, стали, можно сказать, объединили наши интересы, и дети благодаря поездке пообщались, сами прикоснулись к жизни духовной, повстречались со своими одногодками, с такими же детьми, которые проживают в Америке, и воочию убедились, как живут молодые люди, как живет церковь в Америке. И это как бы и стало таким, может сказать, основным руслом, которое направило нас вот сблизилась с Екатеринбургской епархией и с детским певческим коллективом.
Пашка, ну вот, конечно, тогда, может быть, мы и перейдем к вопросу, пожалуй, самому такому главному, основополагающему сегодняшней беседы. Как, если не вас спросить о том, как развивается и чем живет православие сейчас в Америке? На данном этапе можно сказать, что есть позитивные стороны развития православной церкви в Америке. Ну, даже тот факт, что вот мы открыли новый храм, осветили, то есть у людей есть необходимость в духовном окормлении, и это, конечно, очень радует. И я настоятель храма в городе, где проживает больше миллиона людей, где-то, грубо говоря, 120 тысяч населения города – это выходцы из стран Советского Союза. А вот в городе никогда не было православной церкви. И вот по письмам людей, по письмам православных людей, по их желанию приходить в храм, молиться, крестить своих детей, приступать к таинствам, причастия, исповеди. Вот люди обращались и митрополиту Илариону в свое время писали просьбы, и вот возникло мнение, что все-таки есть люди вот именно в городе Джексонвилле и, наверное, в других городах, штатах, которые все-таки нуждаются в церкви, в общении духовном, хотят, чтобы их дети правильно воспитывали, чтобы они жили и окормлялись церковью. Довольно нередко приходится встречаться с новыми людьми в храме. И очень большой процент детей и людей, которые приходят, новые прихожане, вспоминают о своих первых юношеских годах. И, в принципе, все эти воспоминания базируются вокруг церкви. То есть фундамент у этих людей был заложен с детства. Они ходили в храмы где-то. Кто-то из детей воспитывался в гимназиях православных. Приходят также к нам дети, родители, которые даже воспитывались в гимназии Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца в Сан-Франциско, и узнав, что у нас вот храм в честь Святителя Иоанна, они хотят, чтобы дети их, наверное, ту любовь от Святителя Иоанна и ревность по Богу, которую они обрели, им бы хотелось, чтобы было бы и у их детей. И поэтому приходят в храм, спрашивают нас о том, чтобы как можно больше мы проводили время, чтобы занимали детей в субботние дни, когда они находятся дома, вне школы, во время каникул. То есть родители, которые правильно воспитаны и хотят, чтобы их дети также жили с Господом и таким вот образом можно и сказать, что необходимость возникает просто сама по себе. Для, и радует нас, что есть все-таки потенциал на духовный рост и развитие православия даже вот в это, казалось бы, непростое время для всего православия. Батюшка, ну я, может быть, еще обращу наше внимание наших зрителей на то, что вы сказали. Все-таки миллионный город, не было ни одного храма православного. Ну, имеется в виду, что не было храма русской церкви. У нас в городе есть, конечно, греческие приходы, есть приходы американской церкви, есть приходы болгарской церкви. Но вот именно русской церкви не было прихода. И, конечно, люди посещали американские приходы, ну, естественно, во-первых, то, что языковой барьер, люди чувствуют себя неудобно, тем более постарше люди, которые все-таки
испытывает трудности в языковом общении. Для них это, ну, как бы сложно понять литургию, если ты не понимаешь молитвословие, то есть слов молитвы, только, ну, наверное, то, что происходит, более-менее как-то догадывается. Ну и еще, конечно, то, что американская церковь перешла на новый стиль, и для наших, для русских людей трудно понять, что Рождество 25 декабря или там, ну, какие-то праздники, которые мы знаем, ну, например, свой День Ангела или еще что-то очень, которые мы ценим, и вдруг мы приходим в церковь, мы знаем, что этот праздник там, скажем, такого числа, а он почему-то вдруг уже раньше для людей, это, ну, сложно перестроиться, сложно понять. Ну, скажем, я знаю, что у меня день рождения там 25 января, а вдруг я прихожу в храм, и мне говорят, что у меня день рождения уже, ну, там 10 января. Ну, как бы, это, поэтому, конечно, люди искали и православную церковь, чтобы был родной язык, и чтобы мы совершали служение все, как они привыкли до того, как покинули пределы России. И в принципе, поэтому я и сказал, что это один из первых храмов, который был открыт в нашем городе. Православный, русский, на старославянском языке. Дед Сион, вот такой вопрос возникает. Вы упомянули о пастве. А вот кто составляет вашу паству? Это иммигранты первой волны, это иммигранты уже новые русские, то есть люди, которые вот в последние 20 лет покинули Россию. Может быть, это выходцы из стран СНГ. Вот. Потому что, например, про... Ну, бытует такое мнение, на самом деле, это неправда, что в российских приходах одни бабушки. Вот. Ну, люди, которые посещают храмы, бывают на богослужениях, видят, что это далеко не так. Особенно по воскресеньям на божественной литургии, когда идет причастие, детей иногда столько же, сколько взрослых. Ну, у нас сложно как-то сказать. У нас в церкви люди не разделяются по национальным своим принадлежностям. У нас довольно многообразная община в национальном плане, и американцы, и русские, украинцы, белорусы, болгары, сербы, греки, даже у нас есть хорошая часть греков, которые не очень, им тоже нравится новый стиль, и они вот, более предпочтение отдают приходить в храм, хотя не очень понимают, наверное, на старославянском языке, но все равно как бы старый стиль и тот их образ жизни, который у них был до приезда в Америку, им как бы больше нравится вот храм, где служится на старом стиле. Много есть у нас прихожан, которые, с одной стороны, скажем, русский или русская, а с другой стороны, американец или другой национальности. И, конечно, в таких семьях разнонациональных, которые заключили браки в Америке, есть свои проблемы, но и есть и свои плюсы, потому что есть действительно американцы, которые воцерковляются, приходят к Господу, муж через жену, жена через мужа. И могу сказать, что порой у них больше ревность о Господе, чем у людей, которые, можно сказать, находятся всю жизнь в церкви, как-то посещают. Они более ответственность. Они имеют как-то, вот делают первые шаги, можно сказать, в церкви. Имеют, может быть, сказать, потому что они учатся или... Может быть, другие причины, но имеют больше ревности, стараются более внимательно приходить к таинству исповеди. Если что-то не понимает, сомневается,
кто не стыдятся задать вопрос, пусть даже он нелепый, пусть даже он кажется на уровне какого-то детского, но люди хотят просто понять и знать, как должно быть. Конечно, очень большой помощью для нас в воспитании и окормлении этих людей являются труды отца Серафима Роуз, который сам, скажем, в своей жизни захотел вот разобраться, какая позиция православной церкви, и, может быть, вот его путь, который его жизненный опыт является одной из самых больших ценностей для того, чтобы утвердить людей, пришедших к Господу в зрелом возрасте уже, и найти вопросы, найти ответы, которые у них возникают по поводу догмата церкви или понятий русской церкви. Есть еще такой вопрос, что нам кажется, всегда мы говорим так, что для американца очень сложно, ну, сложнее намного говорить на русском языке и понять русскую культуру, чем для русского понять американскую. Поэтому, конечно, я всегда стараюсь, чтобы отдавать дань этим людям, уважение за то, что они все-таки стремятся для укрепления себя духовно, для укрепления своей семьи, вот, прикладывают такие усилия в изучении культуры русской, в изучении языка, в изучении истории религии, и стремятся максимально добиться результата в этом отношении. И даже есть семьи, которые имеют детей уже от первых браков. И эти дети видят радость своих родителей в общении духовного, воцерковляются тоже, приходят несколько раз посмотреть в храм, пообщаться с молодежью, с батюшкой, и у них уже зарождается идея, мысль о том, чтобы принять крещение, о том, чтобы приблизиться к церкви, чтобы стать ее полноценными прихожанами. И это, конечно, очень радует. И, я думаю, радует не только батюшек, это радует в первую очередь родителей. Все-таки мы никогда не знаем, когда Господь нас позовет, когда мы увидим, откроется нам этот путь, который приводит к Господу. Но мы радуемся за то, что наступает это время все-таки. Десан, ну, при подготовке к программе очень интересный материал обнаружил, что батюшки в Америке, помимо того, что служат в храмах, они еще и работают, имеют светскую работу. Для все-таки России это, ну, в некотором мере немыслимо, то есть, чтобы батюшка еще и где-то работал. На самом деле ли это так, и почему это происходит? Ну, это на самом деле так, и в принципе причиной, ну, есть очень малое количество храмов, которые могут позволить себе содержать батюшку, то есть платить ему жалование. Кроме жалования, конечно, еще и надо оплачивать страховку медицинскую, дорогое жилье, надо учить детей. И, скажем так, то жалование, которое приход может предложить батюшке, оно едва ли покрывает, может, десятую часть тех расходов, которые есть у обыкновенного человека. Да, у обыкновенного человека. Ну и, конечно, есть приходы, которые вообще не могут содержать батюшку, и поэтому приходится батюшкам находить вторую работу. Ну, может быть, на этапе какого-то развития прихода это очевидно. Но я думаю, что все зависит, в принципе, от батюшки индивидуально. Если
направить себя правильно в том плане, чтобы работать больше для прихода, окормлять, заботиться о прихожанах, то и Господь найдет средства, пошлет, и как-то у Бога все возможно. Ну, это, на самом деле никто не говорит, что легко. Ну, мне тоже приходилось работать, и сейчас, конечно, я по состоянию здоровья не очень могу выполнять. Я имел строительную компанию, работал на строительстве. Ну, вот, первые годы, даже порядка 10 лет я работал на стройке, чтобы как-то, когда дети маленькие, они нуждались, было больше расходов. Вот, и приходилось работать. Но потом постепенно я начал понимать, что надо больше работать с детьми, которые являются частью прихода. И как-то я стал получать какую-то поддержку финансовую тоже и от родителей этих детей, которые понимали, что вот батюшке надо кушать, он занимается с нашими детьми, и они, наверное, были рады тем результатами занятий и хотели, чтобы продолжалась вот воскресная школа, и чтобы дети занимались как-то. И потихоньку, как Господь устраивал. Ну, батюшка, я насколько понял, из нашей беседы на старославянском службы идут? Мы служим, да, все службы мы служим на старославянском. Ну, если есть больший процент, ну, какой-то в процентном отношении больше людей, которые не понимают на старославянском, мы используем какую-то небольшую часть, добавляем или читаем апостол Евангелие на двух языках, «Отче наш, верую», берем, может быть, одну или две кинии, чтобы как-то эти люди чувствовали себя тоже частью вот, церкви, молитвы, и чтобы вот именно этот языковой барьер не стал бы для них причиной, что они не захотят приходить в храм, потому что они ничего не понимают. Ну, конечно, литургии, если на двух языках, мы там, как бы скажем, дублируются на старославянском и на русском, они немножко задерживаются. Ну, я думаю, что это, ну, как бы не является большой проблемой для нас, потому что у нас традиционно после каждой божественной литургии люди стараются, у кого день рождения, у кого день ангела, стараются как-то или молебен, или как благодарственный, или даже акафист послужить, почитать. И, то есть прихожане в наших храмах не разбегаются после благословения Господня, прямо выносятся. У нас в основном пожилые люди, у нас принято вот, после литургии попить чай, пообщаться. Бывает, что у нас закончится литургия там, в час, в полторого, а расходятся все в районе 7-8 часов, разъезжаются домой. Вечера. Ну, в основном одинокие люди, у которых дома есть там кошка или собачка, допустим, или, ну, живут одни. Им приятно пообщаться с в храме, попить чай, поделиться, рассказать свои какие-то новости, услышать что-то от других. Поэтому у нас как бы вот в этом плане немножко вот жизнь прихода устраивается, в отличие от русских приходов, по-другому. Люди не торопятся домой, потому что знают, что вот уже там, если есть праздник на неделе, то может быть, а если нет, то вот они уже, в принципе, через неделю, через 7 дней будут иметь возможность как бы пообщаться с кем-то. Ну, вот еще в Америке нету такого как бы
по большому говоря, общение между соседями. То есть когда-то жили в квартире, если бы меня кто-то спросил, кто живет напротив, или под, или где-то, или фамилию, что, ну, я вообще не знаю, живет ли там кто-то. Ну, как-то люди более замкнуты, как-то не общаются с соседями, как вот у нас есть в России такая традиция, что сосед ближе брата. Ну, в Америке, к сожалению, этого нет. Поэтому ближе брата для наших прихожан являются прихожане, которые и стараются вот это время, когда есть возможность пообщаться, использовать его и не торопиться домой особенно. Ну, на самом деле, в защиту наших приходов у нас есть, я думаю, что такая же традиция во многих церквях. Но вот помимо того, что соборная молитва прихожан, выполняется ли еще, допустим, какие-то, ну, может быть, мероприятия вместе, принимается участие, выполняются, может быть, какие-то социальные служения, работа какая-то, может быть, помощь ближним, ну, вот другая сторона. Вы имеете в виду со стороны батюшки или со стороны прихода? Со стороны прихода. Ну, у нас есть традиция во всех приходах, вот именно в городе Джексонвилле, как, скажем, престольный праздник, вот организовывается вот в каждом приходе, греческом или сербском, или болгарском, или американском. Мы, батюшки, живут очень дружно между собой, и мы, вот, как, когда бывает вот праздник престольный или вот какой-то фестиваль детский, то собираются, в принципе, все православные приходы всех юрисдикций, и мы принимаем тоже, как бы, участие, готовим какую-то программу, или это, ну, какие-то песни, потому что все-таки русские песни любят и помнят многие, даже наизусть, там, «Катюша» или еще что-то. И это, как бы, становится неотъемлемой частью мероприятий. И, ну, конечно, у нас есть программы детские. Просто мы, допустим, организовываем поездку, скажем, в какой-то монастырь. И я рассылаю всем батюшкам сообщение, что вот в субботу такого-то числа вот мы едем автобусом, там монастырь, там Вакхала, греческий монастырь. Вот, всем желающим. И у нас вот... Вот как бы такое паломническое мероприятие в таких, скажем, масштабах не только нашего вот прихода, а вот в масштабах города. И у нас очень люди, многие сдружились там, русские с греками, с сербами. Потом посещают просто друг друга в удобное время, приглашают домой, начинается, скажем, такое общение, дружба, как-то поучает, кто-то куда-то едет, посещает паломничество, вот, ну, скажем, Россию или Грецию, или Италию. Люди берут записки друг от друга и просят о молитве. Вот это любовь и, ну, дружба, которую, любовь друг к другу и готовность помолиться, принести помощь какую-то духовную друг другу, несмотря на то, какой ты национальности, оно очень, как бы, положительное, оно присутствует в большой форме у наших православных людей. Так получается, что батюшки в нынешнее время приходится служить не только в рамках стен церкви, в России, по крайней мере, точно. Очень большая работа идет и вне храма. А как вот обстоит дело в Америке? Ну, нас, конечно, батюшкам приходится тоже трудиться. Ну, мы посещаем большой части больных по госпиталям.
К сожалению, довольно часто люди обращаются к батюшке по потребе. Вот, попадают в какую-то неприятность, там, превысил скорость, или ехал в нетрезвом состоянии за рулем, его останавливают, арестовывают. Вот тогда он вспоминает, что есть в городе есть русский батюшка. Надо, вот и он обращается уже к дежурному милиционеру и просит: позвоните, пожалуйста, вот батюшке, у нас есть церковь в этом городе, вот позвоните, чтобы я хочу, чтобы батюшка пришел. Вот у нас такие вот есть, как бы, люди бывают, что они вообще никогда, ну, может быть, в церкви были когда-то в детстве, где-то в России, и, но вот когда случается вот подобная ситуация, то вот сразу обращаются к батюшке, сразу обращаются к Богу. Ну, многие из них порой становятся хорошими прихожанами церкви, потому что, естественно, если батюшка идет ходатайствует за этого человека, который что-то сделал неправильно, то этот человек должен отработать часы какие-то в церкви, помочь по устройству, вот ему батюшка должен найти какую-то работу и держать его при храме, смотреть, наблюдать за ним и, в конце концов, через какое-то время написать письмо, характеристику, что вот этот человек, он исправился, он вот помогает церкви, он вот перестал употреблять там какие-то неправильные вещи. Вот поэтому вот в таком плане у нас вот приходят. Ну, сильно отличается, на самом деле, удивительно. Батюшка, вот такой вопрос, как-то вы об этом упомянули, все же хотел бы спросить, а помимо богослужения все-таки общение прихожан происходит, а на каком языке? То есть на русском, на американском, или это смесь каких-то языков? Вообще в обыкновенной жизни. Ну, есть у нас, конечно, это, да, это довольно смешно. У нас даже есть дети маленькие в возрасте там 2-3 лет, которые общаются сразу на двух языках, то есть на русском и английском. Все родители в какой-то мере, ну, максимально стараются, чтобы все-таки русский язык дети знали, и письменность хотя бы, может быть, не настолько там грамотная, но хотя бы прочитать письмо и там написать поздравление. Ну, есть, конечно, родители, которые уже приехали или недавно, или вот уже в возрасте, что для них тяжело дается язык английский, и мы довольно часто наблюдаем такие смешные моменты, когда ребенок в возрасте 2 лет переводит для бабушки, там о чем говорят, если там кто-то на английском говорит, бабушка не понимает, он сразу переводит для бабушки. У нас Соня такая чудная девчонка, но для нее просто, или даже у нее папа по-русски плохо разговаривает, она сразу для папы, папа американец, она сразу для папы то, что говорят по-русски, она сразу переводит, у нас такой как бы синхронный перевод. Но дети, конечно, в основном все дети говорят на русском и на английском языках, или даже, может быть, еще на каком-то, если там вот есть там греческие корни, или, ну, в принципе, так как такового языкового барьера нет, потому что как-то община формируется, и группы людей общаются. Вот если есть вот какой-то вот вопрос, который, ну, который проблематичен из-за языкового барьера, то сразу кто-то подключается, кто может перевести, объяснить. И, ну, и думаю, много очень у нас есть американцев. Довольно часто случаи, когда приходит там американец и говорит: я вот, мы договорились жениться с русской, но она поставила условие, что я должен выучить русский язык.
Вот он приходит в храм, чтобы общаться с русскими, чтобы, потому что говорит, ну, я выучить язык, вот, и по какой-то другой методике, ну, наверное, можно, но намного сложнее, чем просто прийти в храм и общаться. Вот как бы несколько молодых пар, таких сейчас у нас есть, что приходят в церковь для того, чтобы, ну, конечно, помолиться и пообщаться с Господом, но и для того, чтобы все-таки совершенствовать свой русский язык, чтобы создать, вот, выполнить условия как бы заключения брака. Вот такие даже есть у нас моменты. Кицан, а происходит ли у вас межконфессиональное общение? Ну, у нас это, у нас как бы нету такого понятия, что мы разделяем себя. Mm-hmm. Имеется в виду православных конфессий. Mm-hmm. Мы дружно живем, как я уже сказал. У нас даже бывают случаи, я вот уезжаю куда-то или в отпуск, или нету замены, я обращаюсь, в, там, скажем, в греческой церкви есть 3-4 священника, я обращаюсь к настоятелю и прошу, чтобы вот там в воскресенье, если батюшка там может, чтобы прислал кого-то, чтобы вот заменить, послужить. Ну, конечно, они служат больше на русском, на английском языке, мало очень на русском, но, тем не менее, кое-какие иктинии, там, малую, там, еще что-то греческие священники могут сказать. И у нас как бы двери храма открыты. Мы очень тесно общаемся, дружим, в праздники, в дни рождения поздравляем, в дни ангела, в государственные праздники как-то собираемся и на чаепитие, на общение, какие-то планы. Торжество, праздник торжества православия у нас такой как бы традиционный праздник. Все мы собираемся в каком-то, по очереди в каком-то из храмов и вот приносим с собой иконы наших покровителей нашего храма. Ну, эта традиция заведена давно, еще греческой церковью, но она мне очень нравится. И вот приходят практически все прихожане, всех храмов собираются. И вот такая полнота православия и действительно торжество. Потому что бывает, зачастую собирается несколько тысяч людей. Батюшка, ну, упомянули об иконах. Вот, насколько я знаю, в вашем храме есть икона святителя Иоанна Шанхайского, Сан-Франциского, в полный рост, большая. Расскажите вот немножко о ней. Эта икона, как-то я поехал в Сан-Франциско помолиться в мощей святителя Иоанна, в раке с мощами. И когда я в Новотихвинском доме-приюте зашел в комнату, где жил, трудился и находился святитель Иоанн, свободное от служения время, то я увидел большую икону в рост. И мне как-то так впечатлило, что как-то вот именно лик написан. И я что-то подумал, что вот именно, что вот это хорошая идея, чтобы иметь в храме вот икону большую. И задумался, а именно как создать, начал продумывать дизайн. И довольно много пришлось пообщаться с людьми, которые видели святителя Иоанна, которые были у него в келейниках, прислужниках, просто которые были ученики его, и покойный отец Герман Подмашенский, и отец Иоанн Архимандрит Маграм, который сейчас здесь. И вот мы работали над дизайном создания вот этой иконы. Ну, в конечном результате получилась икона, на которой изображены три святые: преподобный Герман Аляскинский, святитель Иоанн Тобольский и святитель Иоанн Шанхайский. И внизу на первом линии иконы также изображение храма всех скорбящих радостей в Сан-Франциско и храма Благовещения в Шанхае.
Ну, когда закончил работу с дизайном, возникла проблема, кто же напишет эту икону. И как-то промыслительно я уехал в Киев. У меня был заказ там икон для храма. Ну, так как храм у нас новый, молодой, у нас не было многих икон. Там даже 12-х праздников не все. И я когда забирал эти иконы с иконописцем, который выполнял работы, случайно как-то разговорились за вот этот проект. Татьяна Михайловна, ее зовут так, она просто загорелась. Она увидела вот какую-то, не знаю, как, что-то для себя новое вот в направлении иконописи. И загорелась тем, чтобы вот попросила батюшка, благословите мне вот написать. Ну, конечно, я был рад, что все-таки вот то, что я не знал, как разрешить, оно само собой разрешилось, и человек как бы с удовольствием, по собственному желанию, это, наверное, очень важно для того, для написания иконы, чтобы иметь желание. И вот взялась за эту работу. Работа была довольно длительная, кропотливая, где-то, наверное, 4-5 месяцев заняло то, чтобы написать икону. И я несколько раз приезжал, уже думал, что работа закончена, чтобы забрать. Но получалось, что как-то ну, Татьяна Михайловна болела, потом у нее дочь болела, и работа не была закончена. Потом же, через какое-то время, я получил электронное сообщение, что работа закончена, пожалуйста, придите, заберите, потому что икона огромная, и ну, как бы в иконописной мастерской ну, просто нету столько места, чтобы... Вот. Ну и по времени не получалось спланировать поездку. Я созвонился с батюшкой, который отвечает за иконописную мастерскую. Я говорю, батюшка, давайте, пожалуйста, простите меня, но, может быть, мы куда-то в храм поставим эту икону? И когда появится вот время, чтобы приехать забрать, вот я просто сейчас нереально. И ну, батюшка согласился любезно. Через какое-то время, месяца через 3-4, у меня получилась поездка. Я прилетаю в Киев и обращаюсь к Татьяне Михайловне, к отцу игумену и иеромонаху Иоанну. Спрашиваю батюшку, а где икона? А он говорит, она вот в храме всех скорбящих радостей. И как-то так было интересно. Как-то, ну, на самом деле в Лавре много храмов, много даже храмов ближе к иконописной мастерской. Но вот именно как-то вот батюшка вот благословил, чтобы отнесли икону туда. Так как икона находилась там 3 месяца с небольшим, постоянные как бы богомольцы этого храма уже привыкли настолько к этой иконе, что это уже как бы стало как бы частью их храма. Приехали мы за иконой, врезали, вставили мощевичок и осветили еще раз, послужили молебен, акафист. И сказали, собралось очень удивительно немало людей, может быть, больше 100 человек в храме. Это не было, это было абсолютно после обеда, никаких служений там не было. И вот люди настолько привыкли к этой иконе, что они не хотели расставаться. А как, а куда вы забираете? Ну, я говорю, это икона написана для храма святителя Иоанна Шанхайского в Америке. Вот мы, я оттуда приехал. А у нас что будет? А вот настолько... могу сказать, что вот большая половина этих прихожан, которые молились, богомольцы этого храма, сразу написали записочки, батюшка, вот, пожалуйста, возьмите, вот, молитесь за нас, святителя Иоанна. Мы вот здесь за 3 месяца настолько привыкли, настолько сблизились, наверное, многие получили какую-то помощь в своих просьбах, молитвах от святителя Иоанна. Ну и, конечно, мне было особо приятно, что вот люди
даже до сейчас пишут, просят прислать больше информации, какие-то брошюры, что-то из жизни святителя Иоанна. Ну, многие знают, что святитель Иоанн родился в Харькове, в Украине, и, может быть, поэтому он настолько близок и украинцам, и, ну, и людям, которые так полюбили его. Может быть, еще потому, что он, как, скажем, наш современный святой, который жил проблемами современными и жил такой жизнью, что заслужил от, от Господа такого дара святительского. И поэтому вот, ну, конечно, была еще проблема с привозом иконы. Мы содержались в храме всех скорбящих, так как люди не могли, не хотели расставаться со святителем Иоанном. И, естественно, я задержался с вылетом, потому что уже непосредственно это было перед вылетом. Мы приехали в Борисполь, аэропорт, вот, и документов таких было только с иконописной мастерской, что это написано таким-таким-то, печать там, и оказалось, что надо еще сертификат с Министерства культуры, еще бюрократические. Да, о том, что это не вывозите какие-то реликвии. Да, вот что это не является как бы, ну, антикварным достоянием. Вот, ну, времени было, как я говорю, до полета уже осталось очень мало. И я особо не стал спорить с подполковником таможенной службы. Я просто сказал, ну, видимо, святитель Иоанн хочет еще побыть здесь немножко у вас в аэропорту. Раз так, ну что, раз так получается. И говорю, ну вот можно здесь, у нас пустое место, мы можем здесь поставить иконку. Я в следующий раз, когда буду прилетать, я заберу ее, вы вот акафист вам, и вот можете свечечку здесь поставить. Посмотрел на меня и очень... даже не понял, насколько, или это серьезно, или это шутка, но он сразу говорит, вы знаете, ну, я православный, но мне кажется, что мне кажется, что я вижу, что это не антиквариат, может, вы все-таки заберете отсюда икону. Вот было, вот, конечно, такая веселая, интересная. И, естественно, прилетели мы в Орландо, в аэропорт, International Airport. Икона большая, вес 250 килограмм, и, ну, помощника уже там не было. И начальник службы багажа, она, человек 100% не русский, но увидела икону, видимо, в храм ходила, осенила себя, приложилась к иконе, и сразу батюшка... Давайте я вам помощников дам, давайте я вам дам кто-то, чтобы вам помог, кого вам дать. И вот буквально через какое-то время, через считанные секунды, она уже прислала двух людей и сама пришла с ними и спрашивает, а эта икона надолго приехала к вам? Ну, я говорю, навсегда. О, слава тебе, Господи. Она так обрадовалась все-таки, что вот такая святыня и такая радость, что все-таки вот в храме будет хотя бы. Я после этого ни разу ее как не общались, не встречались, не попадалась в аэропорту. То есть радость от встречи со святителем Иоанном как-то сама собой вызвала вот у человека, который имеет, может, любовь к Богу, посещает храм, вот эта как бы теплота от или от лика святителя Иоанна, или от иконы. Вот как-то буквально пронзило вот этого человека. Отец Иоанн, я хотел как раз следующий вопрос задать лично вам, но спросить о том, как вот в вашей жизни, по вашим молитвам, помогает ли святитель Иоанн вам? Ну вот даже этот рассказ про то, как икона перемещалась из Киева в Джексонвилл, это, конечно, вот пример того, что помощь идет постоянная, и главное – верить. Ну, конечно, святитель Иоанн помогает всем, кто обращается к нему. Я на своем собственном опыте много раз чувствовал помощь. Даже тот факт,
когда мы речь зашла о открытии православного прихода в Джексонвилле, то мы как-то даже не задумывались, а в честь кого будет храм. Вот. Ну, мы хотели, чтобы просто была бы община. Ну, а в честь кого это было, ну, уже как-то, ну, так, вот, ну, можно сказать, более второстепенный вопрос. И я написал прошение митрополиту Илариону, первому иерарху Русской Зарубежной Церкви, и просьбу прихожан, людей, которые хотят, чтобы был приход. И передал, ну, владыка митрополит ездил, посещал какие-то храмы. Я в то время служил в синодальном храме в Манхэттене, в храме знамения Курской коренной иконы Божьей Матери. И мы делали ремонт в нижнем храме при деле преподобного Сергия Радонежского. И переносили иконы с мощами с верхнего храма в нижний. И вот как-то я прохожу мимо келии митрополита, несу в руках икону святителя Иоанна с мощами. И, ну, в это время, проходя мимо дверей владыки, раз открываются двери. Владыка митрополит вышел, держит указ подписанный и говорит: ну все, заканчивайте там ремонт и давай, собирайся, уезжай тогда Джексонвилл, занимайтесь открытием прихода. И говорю: владыка, а в честь кого приход будет? Как-то так. Ну, потому что, ну, как-то вопрос этот был. А владыка посмотрел на меня и на икону святителя Иоанна, которую я держу, и говорит: благословил в честь святителя Иоанна Шанхайского. Вот так как-то, казалось бы, мы могли бы, может быть, много думать, честь кого назвать, потому что, ну, как-то этот вопрос довольно, когда в общине решается прихожанами, то он всегда не так легко решается. А тут оно как-то вот так промыслительно решилось, и даже как бы не было даже никакого аргумента, чтобы как-то опровергнуть или что-то. Вот, ну, так было. Вот. Ну, и, конечно, была у меня такая вот история. В этом году, на Новый год, я поехал в Украину, заказывал я в Украине, в городе Луцк, это Ровенская область, купола и колокола для храма, для нашего. Так как один купол большой мы заказывали в Чикаго у нас, но он вышел очень, очень дорого для нашего прихода. И мы решили как бы маленькие купола заказать в Украине. Там, ну, порядка раза в 4 это получилось дешевле. Ну, естественно, я заказал это за полгода, там все это как бы заказ для храма был, время шло, и вот перед Новым годом я получил звонок, что надо забирать купола, колокола, 3 колокола и 2 купола. Прилетел я в Киев, поехал в Ровно, нашелся человек, который, просто мы случайно пообщались, я рассказал ему цель приезда, и он говорит: батюшка, я хотел бы вам помочь, давайте я возьму на себя доставку вот этого груза к вам в храм. Ну, это было, как бы, тоже, как сказать, это очень, ну, иногда столько надо усилий приложить, это не дешево стоит, чтобы это все взять. Вот. Ну, и я обрадовался, поехал в предприятие, которое изготовляло. Часть денег была уплачена, ну, при заказе, и часть денег, конечно, надо было заплатить, когда мы забирали. Вот получился такой казус, что вот человек, который принимал заказ и выдавал, как-то посчитал, что вот курс изменился доллара, что-то выросло, что-то вот это. Ну, и у нас, в общем, недостаточно средств, чтобы вот оплатить. И полностью. Да. Хотя и для меня было непонятно, потому что договаривались все в гривнах, доллар вырос, значит, это еще как бы, ну, так вот. Ну, и я уж... Это было 1 января, Новый год.
Ну, думаю, куда я сейчас? Ну, где? В принципе, не так много людей в Киеве, к которым можно бы обратиться, что... Вот. И сумма там была где-то, ну, порядка $2000 не хватало. Ну, я же... Ну, говорю, ну, ладно. Обидно то, что есть человек, который согласился доставить. Тут уже не вопрос этих денег. Вот. И начали как бы находить варианты оплаты после. И как-то, ну, никак не было. Потому что опять, ну, опять рост цен, курс валют, все остальное. Ну, я и сказал, как-то вышел. И, ну, довольно расстроился, но вышел и... Ну, как-то в мыслях даже, может, пробормотал, обратился к святителю Иоанну и сказал, что, ну, видно, святитель Иоанн недостоин ты трех колоколов, будет, ну, будет один. Ну, что, ну, жаль, ну, конечно, ну, вот. Я вышел на улицу, на улице вообще снег выпал, ни одной машины, никто не ездит, ну, Новый год. 1 января. Да, 1 января. Позвонил человеку, который меня привез, чтобы подъехал, забрал. И вот только я договорил, как бы отключил телефон, и останавливается машина возле меня. Ну, по-моему, ну, джип какой-то не дешевый. И спрашивает батюшка, вас подвезти куда-то? А то, ну, транспорт не ездит, вы знаете это. Ну, я говорю, нет, меня привезли, я приехал, ну, вкратце рассказал, откуда приехал, зачем. Вот, ну, этот человек, ну, я был удивлен, он начал меня успокаивать, что, ну, ничего, знаете, это не так важно, все, как бы, Господь устроит, как думаю, вот меня успокаивает. И потом говорит, а сколько надо-то денег там? Ну, я говорю, ну, в принципе, 20 тысяч гривен. Ну, не, даже не спрашивая вот меня о чем-то другом, человек просто берет, открывает свою такую черную сумочку, достает две пачки этих гривен по 10 тысяч, отдает мне и говорит, идите и отдайте этому человеку, и не переживайте, все будет хорошо. Вот, казалось бы, как-то, ну, мы, может, каких-то чудес ожидаем больших, но вот насколько вот святитель Иоанн, можно сказать, какой скорый помощник. Просто не прошло, может быть, 15 минут. Я возвращаюсь к этому человеку опять. Он смотрит на меня такими глазами, думает, вот батюшка. Вы же говорили, что нет денег. Нет, я же говорил, что нет денег. А он вот думает, вот батюшка. Вот, решил это... Себе оставить. Ну да, что-то, может, он подумал, но в конце концов мы все отгрузили, все привезли. Я потом отправил письмо, поблагодарил, конечно, этого человека, ну, который отгружал, и объяснил ему, как вот все произошло. Человек был тронут настолько, что, ну, может быть, даже я ему сказал имя этого человека, ну и сейчас кто помог. И, может быть, он уточнил, может, нет, но через какое-то время он ответил на мое письмо и сказал, батюшка, мы вот на эту сумму, которую мы, вот, ну, не, мы были неправы, вот, которую мы взяли, мы, давайте мы что-то вам для храма как бы пришлем, чтобы, что вам надо для, вот, для храма. Вот так святитель Иоанн заботится о своем храме и помогает, вот, когда мы обращаемся к нему за помощью. Батюшка, ну вот... У нас час уже пролетел, мы с вами, да, так вот незаметно на самом деле. Попрошу вас по нашей традиции сказать несколько слов зрителям. Ну, я, честно, скажу, для меня Екатеринбургская епархия и дети хора, а кто их лично, какой-то... вдохновение и, может быть, ступень для духовного роста. Я очень рад, что Господь, святитель Николай, свели меня с детьми хора. Я рад, что есть в Екатеринбургской епархии потенциал огромный. Я рад, что открываются
гимназия в Екатеринбургской епархии. Православная. Православная. Потому что, знаете, мы заботимся о многом, но дети – это как бы наше будущее. Дети – это наши плоды. Ну, как сам Господь говорил, что я по плодам вашим узнаю вас. И мне очень радостно то, что родители, духовенство и жители города Екатеринбурга понимают этот вопрос правильно. И на первое место очень важно для нас расставить все по своим местам, что первое, что второе, а что самое последнее. Но приятно то, что на первом месте ставятся дети, и родители заботятся о том, чтобы дети были, находились в храме, получали бы правильное воспитание, правильное образование. И, естественно, чтобы они продолжали традиции, те, которые, может, были утрачены по каким-то причинам, те, которые сейчас очень положительно находят свой рост. И я думаю, что вот именно царские мученики, дети, которые пострадали за церковь, за народ русский невинно, вот это и есть вот для детей стимулом, пример для ревности, подражания вере. И мне очень приятно, что очень нередко сталкиваешься с родителями, общаешься с ними и слышишь слова, что мы пришли в церковь, потому что наши дети вот поют в хоре, наши дети ходят в гимназию, наши дети участвуют в какой-то вот жизни церкви. И вот мы, приводя наших детей в храм, вот сами воцерковляемся. То есть через детей родители духовно обогащаются. И еще, конечно, очень нравится мне, что дети, которые являются неотъемлемой частью церкви храма на крови, также окормляют, можно сказать, и питают духовно своих одноклассников, которые ходят, сидят с ними за одной партой в школе, и которые рассказывают им о тех прекрасных поездках, богослужениях, пениях и радости общения с Господом, которые испытывают дети, находясь вот в храме, находясь в гимназиях, находясь в образовательных заведениях, которые открываются сейчас, и надеюсь, что в ближайшее время, я думаю, что это будет достойный плод, и не только для наших детей, для наших внуков, для наших правнуков и для будущих поколений, которые будут жить на земле Уральской, и во всей земле русской, и во всем мире. Спасибо большое, отец Иван. Да. Дорогие друзья, ну вот так вот незаметно, на самом деле, пробежал час, прошел. Вынуждены заканчивать. Спасибо большое, что были вместе с нами.